Ну вот после церемонии открытия гостиницы глава государства посетил национальные павильоны 6 стран на территории международной выставки «Экспо». В павильоне России Нурсултан Назарбаев ознакомился с энергетическими идеями будущего в условиях Арктики. В павильоне Узбекистана главе государства показали научно-производственные разработки и проекты, в том числе экспериментальную платформу «Электрокар», применяемую в сфере разработки транспортных средств. Также президент Казахстана осмотрел макет атомного гелиобиологического безотходного комплекса в национальном павильоне Туркменистана. В павильоне Объединенных Арабских Эмиратов главе государства были представлены достижения развития возобновляемой энергетики. С работой установки «Умная энергетическая микросеть» и системы энергосбережения президент Казахстана ознакомился в павильоне Южной Кореи. Кроме того, Нурсултан Назарбаев побывал в павильоне Франции, где представлены технологии умных городов и экомобильности.